Мы всегда все сокращали. Помните, когда-то телеграммы шлали друг другу? Милые шли, деньги, пычты, запыты, тычек и спасыбы. Время шло, теперь мы шлем друг другу смс-ки, но даже смс-ки мы продолжаем сокращать. Романс в смс. Ну, прив. Как дел? Чё твор? Спасибо. У меня всё хор. Всё норм? Отлич. Я суп, я ок. Не держи проблем. Будь спок. А впрочь... Я скуч по те. Совсе чичу. Совсе? Ночам я плох. Засып без тя. Почем не зна? Не зна. Ты вспомни, как мя люби. Ты дашь, обещь жени. Сиди в кафеш. Ходи в кинош. Я тебя всем сердце. А пуш? А ща чужих с тобой. Почем умер любовь? Не пишь, не звон. Мерза, подле, подон. А муж, нача, снача. Хоть ща готов примчать. Быть мо любовь. Придё опять. Кто зна, кто зна, кто зна. Навеки быть хочу с тобой, любимый, милый мой, родной. И ты поверь, любимая, с тобой навек хочу быть я. Но нам преградой стал прогресс. Язык наш губят СМС. Тырк-пырк, бырк-мырк, няш-мяш. Чик-пик, ок-чпок, мож-даш. Мач-мач, хау-мач, тач-скрин, скрин-тач. Оч-хоч, спок-ноч, кента. Yeah.